Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова фирма Петерсон, и я Эдуард Петер. И сегодня у меня желание сделать емкость для драконьего такого яйца. То есть емкость будет выглядеть как такой в кунсткамере или в дворце каком-то древнем, магическом. Поэтому я пошел, купил банку для сыпучих продуктов, пару каких-то украшений дешевых. И вот сейчас из них пытаюсь сделать. То есть мне достались дешево вот такие какие-то коралечки. И чтобы размножить их, мне пришлось научиться их разбирать. Ну, это, в общем-то, не так трудно было. Вот. Я так догадался, что она состоит из двух половинок. Вот так. Ну и все, теперь можно разогнуть, подогнуть лапки, чтобы они как бы сели лучше на эту окружность. И по окружности, я думаю, мне надо будет 8 штук. Ну, они не совсем помещались, поэтому пришлось нижнюю часть узора отрезать. Это, в принципе, даже не видно будет. Как будто так и было. Я хотел сначала клеить, а потом подумал, нет. Думаю, если клеить, это рано или поздно оторвется. И так как я собираюсь эту крышку, которую этой сыпучей банки, я собираюсь ее покрыть полимерной глиной. И вот этими заусенками ее туда прижать, и похлопать вокруг кончиком пальцев. Она зажмется там, как бы оплывет немножечко. Вот здесь оно и встанет. То есть, в принципе, получится неплохое такое украшение, которое вручную сделать, ну, довольно-таки трудоемко, да, и зачем, когда есть такая дешевая, пытаюсь настроить фокус, не настраивается, то я думаю, что вам и так видно. Так, вот лист полимерной глины, у меня Professional, я раскатал, и теперь буду ее постепенно прикладывать, пузыри надо прокалывать. Если появляются пузыри, то возьмите ножик и прокалывайте, и потихоньку обжимайте, 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 пока не обожмет этот полимерная глина всю крышку. Потому что потом нам будет с ней проще работать. Когда у вас это закончится, то в принципе можно начать с того, чтобы лепить вот эти. Сначала я леплю крест-накрест. Вот так вот, зажать их туда. И по краям немножечко поджать полимерной глины, поэтому сидеть она там намертво. Ни с каким клеем не сравнится, естественно. И можно еще под низ кусочки полимерной глины поставить. Я извиняюсь, ребята, за голос. Дело в том, что я после болезни так вроде отошел, а голос еще скрипучий. Так. Ну вот, в принципе, понятно, да? И так по всей окружности, то есть их должно быть 8 штук, я рассчитал. После этого у меня есть еще декоративные элементы, я решил нагрузить декоративными элементами. Тут такая лилия королевская. Ну, потому что, ребят, дело в том, что это тут не кич, понимаете, тут закос под Гарри Поттера, скажем так, или еще что-то такое. Где, конечно, средневековье глубокое, и там эти украшения аж на раз.
и на доспехах, и на лошадях, и на банках, я думаю, были. Вот, кузнецы старались. Поэтому я тоже решил привнести свой вклад. И молдинг у меня сохранился еще с прошлых стимпанковских времен. Я брал тогда просто такое украшение и его сделал молдинг из силикона. И после этого у меня появилась возможность без труда такие украшения делать. Не надо вручную, можно все на автомате. И также вот между этими серебряными уже вот эти черные. Но они все равно все будут серебряные. Дальше я подумал о том, что раз это у меня будет яйцо этого лесного дракона, оно имеет такую шишковатую форму и связано с лесом, поэтому я подумал так, что если сделать узор из веточек, сучков и так далее, а потом наделать еще листьев, то будет очень, наверное, импозанто смотреться, мне так кажется, во всяком случае. Вот, тоже молдинг, но это купленный. Я знаю, что продаются на Амазоне для тортов, куча таких вещей. И почему бы им не воспользоваться в этом деле? Конечно, удобнее было бы сделать и запечь, но дело в том, что мне бы хотелось, чтобы получились разные изгибы и так далее, а запеченные они будут как палки торчать. Это не хотелось бы. Поэтому полимерную глину желательно в руках разогреть и потом отмерить, ну, примерное количество, начать заполнять аккуратно. Вот получается такой листочек. Будем его сейчас клеить. Я понимаю, что вам очень будет плохо видно весь этот процесс, потому как на черном фоне черное, но тем интереснее будет, когда я начну это покрывать краской, увидите. А пока вот продолжим, пока не заполню все. Вот в итоге так получилось. Видите? Теперь я из фольги алюминиевой сделаю небольшое яичко, будет маленькая копия большого яйца. Вот. А для того, чтобы сделать чешуйки, я взял гильзу, как всегда, стреляную. И начал формировать вот такой режущий инструмент, выбивалку-вырезалку. Сейчас раскатаю глину тоненькую, ну, где-то там, я не знаю, на 5, на 6. Попробуем сейчас, будет ли это работать. Да. Не, как вырезка, патрончики у меня всегда хорошо помогают. Вот, пожалуйста. А драконовое яйцо лесного дракончика, оно именно так и выглядит, почти как шишка. И теперь настал замечательный процесс покрасочки. Надо это сделать под музычку. Thank you.
Ну вот, пожалуй, все. Всего доброго, друзья. Ждите следующих видео. Они будут интересными, обещаю.